формируем наш бессмертный полк. Мой дед Беззубов Виктор Георгиевич родился в 1915 году. После окончания горного института по специальности топография был направлен на службу в артиллерию. Службу начинал в городе Уссурийске, принимал участие в августе 1939 года в составе 1-й краснознаменной армии в боях против японцев. Был награжден именным оружием за боевые заслуги. В 1940 году был переведен к новому месту службы в город Ставрополь. И войну начал в составе 476-го гаубичного артиллерийского полка 103-й стрелковой дивизии 24-й армии. Пропал без вести в ноябре 1941 года в Вяземском котле. Мой дед Игнатьев Иван Васильевич родился в 1904 году, был призван в армию 17 апреля 1942 года с должности председателя сельсовета села Нахтахэ Тернейского района Приморского края. И в составе 98-й стрелковой дивизии был переброшен под Сталинград. 308-й стрелковый полк занимал оборону по берегу Дона. Пропал без вести в январе 43-го года в районе станицы Маныческой. Я буду принимать участие в этой акции, потому что считаю, что наши отцы и деды все герои, и мы должны знать и помнить о них, передать нашим детям и внукам, потому что они отдали свои жизни за наше светлое будущее. Изготовить штендеры можно самостоятельно или по адресам: Островского 65, офис Авторадио, и Шимановского 27, телекомпания «Альфа-канал».